have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем привет. Привет. Сегодня мы с вами... Мы немного в странной обстановке. Да, немного странная обстановка. Мы здесь вдвоем с котом уже находились. У нас есть уже одна серия по этой игре, но тогда здесь было лето и выглядело все абсолютно по-другому. Сейчас же здесь зима, сейчас здесь, я не знаю, новогодний апдейт, наверное, произошел. Просто мы сюда пришли только сейчас. Выглядит все очень даже классно. Ну что, народ, на поиски приключений, что ли? Я там вижу какой-то... Давайте. Вон те две елки с вон той фигней, как вам? Я иду туда. А мы туда не долетим, там слишком далеко, мне кажется. Тут можно подпрыгнуть. Что вы сказали? По-моему, я долетел. По-твоему? Офигеть! Ты долетел? Да это же меч! Ну-ка, вы хотите туда долететь? Сейчас. Милочка, а ты его забрал? Все, там уже его нет? Да, я его забрал. А зачем я теперь сюда лечу? Я забыл, что тут вещи одноразовые. Возвращайся. А? Хочу кого-то порезать. Возвращайся. Йоу! Надо меня бить. Что? Я тебя сам порежу. А! Крысы! Нормально, вот так по ступенькам залететь можно сюда. Минуточку, у меня есть какая-то шкала выносливости, что ли? А где Фрун? Я пытаюсь забраться наверх, то есть до этого мне как-то получалось лететь. Да ну вас, я в пушку. А, вот, нормально. А, вот я здесь. Залезайте в пушку, ребят. Я не успею. В пушке. Я в пушке. Вау! Чем вы ее зажгли? Я, короче, подошел к фитилю, он зажегся. Пушка, это классная вещь. Сейчас я попробую улететь за вами, если оно зажжется, я не знаю. Ау. Электроутка, блин. Я подобрал, короче, какую-то электрофигню, но я не знаю, что она делает. То ли она меня защищает, то ли... Ой, а теперь быстро пушку. О, нет! А, то есть я теперь потерялся? Ёлки! Кто наверху летит? Я прилетел куда-то. Тут еще пушки есть. А, наверное, теперь потерянный. Я сейчас к вам подойду. А зачем? О, вот! Я вижу кота. Я вижу крутой меч. Кота, который утка. Я вижу кота, который утка. Неплохо. Чудо селекции. Нет! Только не говорите то, что я... Фух, вы не сказали то, что я... Кот. Так. Я сейчас хочу добраться до этой штуки. Тут какой-то... меч-убивец, не знаю, посмотрим. Я хочу прыгнуть на башню. Ничего себе, у тебя крутые. Мы теперь опять потерялись, не пойми где, я только кота вижу. Нет, я в пушке застрял, уже не вижу. Меня выстрелили. Народ, я ща... ты полетел? Да, это я полетел. Черт. Ничего себе! Я на том же острове, откуда сейчас кот вылетел. Можете меня увидеть по большому белому факелу. Ох. Прям чувствую себя каким-то паладином. Привет, Альфа, стой. Я иду к вам. Короче, я вот... ребята, вот тут видите? На острове, который чуть ниже. Видите меня? Стой, где? А. Я прыгаю. Да, видим. Ну, давай к нам. Как мне залезть туда? Как? А, черт. Попробуй через Р-ку долетишь, не? Нет. Ну, мы можем все пойти туда. О, давайте на этой пушке выстрелим. Штучка электрическая. Ты тоже нашел эту фигню электрическую? Да. Вы вот этого белого чувака квакнуть не хотите? Квакаем. Эх, я попробую найти какой-то обходной путь. Бей его! Я из-за своего меча не понимаю, что происходит. Он решил от нас выстрелиться. Нет! Пусть валит! Нет, не лети с ним! Я его убил! Такой звук в пушке. Так, минуточку, а зеленые порталы это куда? Я смог долететь к вам, посмотрите, я долетел. Красавчик. Стой!
Вектора утки. В смысле он от тебя улетает? Ты же его убил. Ну я его... Да, все. Я его уничтожил. Так, узнать бы, что делает электрическая фигня вокруг нас, я был бы прям не против. Оно дает тебе ультраскорость, ультрапрыжки и ультравыносливость. Почему я этого не чувствую на себе? Здесь пушка, давайте в проем залезем. Зачем ты меня... Кто был? Я не хотел... Кто это был? Приноси тебе 33 удара ножом. Давайте залезем в эту пушку, давайте, ребят, быстро. Кто-то отключился или нет? Я полетел. В смысле? Ну, у нас же сервак на четверых. Вот он, какой-то портал. Не. Ну, разве там альфа не отключился или мне показалось? А, может быть, кстати, извините, я не заметил. Сейчас надо будет посмотреть. Альфа не с нами. Так, тогда минутку. Сейчас приземлимся. Так, хорошо, мы обратно тут. А что это за поле с тыквами? Это поле с тыквами. Капитаниш, не по-детски. Ничего себе, это еще посох какой-то. Сейчас. Ой, там еще один этот утка-маг огня. Ой, тут музончик, тыквы. Да, что? Я нашел посох. Я нашел пугало. Нет, я не могу взять посох. Страшно. Короче, альфа ушел. Блин, жаль, чувак. Так, народ, видимо, один утк пошел погулять, или по делам, или как это, поэтому нас оставил сейчас трое. Ну, в любом случае, Альфа, спасибо, что подошел, было весело. Мне хочется полететь вон туда. И посмотреть. О, тут какой-то черный меч, не знаю. Дай мне его. Он у тебя и так есть. Да забирай, я же не против. Где? Поле с тыквами. Подождите, одну секунду. С тыквы, ну знаешь такие с тыквы. Я, может, сейчас еще одного человека. Там. Да, мы тут пока что фанимся, давай, если это, тогда это. Я нашел какой-то меч передержа. Что? Он зеленый такой, от него газ. Эй, я когда этот меч держал? Короче, АФК на час сейчас будет этот, альфа. Жаль. Угу. Я пытаюсь забраться на великого Уточкина. О, забрался. Великий брат. Со святым мечом вот так вот можно ходить. Блин, он прям слепит во весь экран. Так, с великой статуей... Опять на спавне. Ты опять на спавне? Я просто нашел второго бога утку, тот был с фиолетовым посохом, этот у нас с красным горящим посохом, и тут еще рождественская музыка играет. Нет, пожалуйста, ты не умираешь, вот, хорошо, спасибо. Меня убить хотят! Кто? Кто этот человек? На меня покушение, помогите. Где? Так скажи мне, где это? Это утка. Да где ты сам? Я вот не понимаю. Я вот... Кто это? Что за чувак? Я, короче, сейчас беру синюю ауру и... Так, я на спауне. О, привет, Першин. Меня убить. А? Так. Квакни его! Нет, у меня ауру украли. Это человек, но у меня покушал. В смысле? Кто меня запутал? Извини, я случайно. Это ты? Нет, мой светомеч. Ладно. Я нашел еще один меч. Подбирайте, народ. Что найдете, подбирайте. Все наше. Я хочу на ком-то пролететь. Ай, чувак, я почти... Ты его убил, нет? Добил. Нет, почти. Надо быстрей. На. Давай. Я вас нашел. Привет. А как квакать? Нажми на Ку. Логично. Квак. Ребят, подожди. Мочи вот этого чувака. Какого? Вон того. Он улетает. 4 утки на одну. Молодцы. До свидания. А он начал другого, потому что... Что? Вот эта утка, она на меня покушалась. Она плохая. Нет, мои 3 меча. Извини. Ай. Так долго есть. Эти мячики. Да ну вас. Да, блин. Ладно, хорошо, что я ничего не потерял. Так. Опять на спаун сейчас приду. У меня тут магазин Даклинги, Currency и Tools. Мне, наверное, это не надо.
Да? Да. А что за красные ворота? Я. Кот, что? Ну, я откуда знаю. О, привет, а ты? Другую. Ну или заснимаем, да, или мы снимаем. Да. Мы снимаем. Я тут с киченезом собрался кофейку попить. А как кофе взять? Тут не пойми, что делаю на спауне. На меня напали две утки, они очень агрессивные. Обычно гуси агрессивные. Привет, ну и тебе здесь тоже. Здесь немного по-другому. Привет. Тут говорящие утки, тут утка, короче, с короной, тут всякое, прикольно. Так, так, медитируемся. А куда пойдем? Куда-нибудь поближе. Я свалился, я вообще... Шалтай, болтай. На какой-то штуке, да, и улетел вниз. Так испугался сейчас. Можно попробовать еще раз туда, я не знаю, правда, меч вернется или не вернется. Давайте попробуем. А, эти пластинки, они двигаются, круто. Ага, нет-то, о, долетел, хорошо. Иногда из перспективы не совсем понятно, долетаешь ли ты куда-то. Я захожу в желтый портал. Давай, рискни. Давай, рискну. Вот там что, меч какой-то сверху? Я уверен, там должен быть меч сверху. И я был прав. Там я опять светлый сверху. Меч сейчас получу. Я в том же самом... Это. Что с тобой происходит? Я из утки было? В страуса превратился на минутку. Вы можете мне как-нибудь помочь? Я не знаю как, но как-нибудь. На палке на какой-то. И со мной гонится какая-то бешеная электрическая утка. Проблема этой карты, что она огромная и очень такая вертикально трехмерная. Тут фиг поймешь... Интересная. Что происходит? Да, интересная. Да, запутанная. Есть такое. Возьму, наверное, вот эту штучку опять. Ну, то есть... Да, короче, опять на спавне. Вот можете ко мне пойти? А, это... Ну, тут несколько спавнов. Меня молния ударила. Правда? Молния. Ну, самый большой, где вот эти... Я вот сейчас пытаюсь туда идти. Клеточки. Молния сейчас, никогда сейчас. Не бьет дважды, говорили они. В одно место говорили они. А тут... Ну, бегать тут нельзя, к сожалению. Ускоряться тут никак нельзя. Вот, я сейчас возле моста с красными полосками. Возле того места, где мы начинали серию, народ. Возле демона фиолетового. Ай, хорошо. Иду. А, то есть это ты уже знаешь где, да? Да. Вот эти два места, они хорошо видны. Ну вот, да, тут три торговца, и я здесь, в общем. Там еще нету крыши над спавном. Так, по... Сейчас. Все, я долетел до... То, нету крыши статуи. Над спауном, тут какая-то зеленая фигня. Я уже на статуе. Вот там такой меч. Тебя? Белый мой, да. Ну, подходи сюда. Я посмотрим. Не знаю, где все, я потерялся. Меня все бросили. Нет, ты нас всех бросил. Какого быть уткой стариком? Я использовал вообще меч как маяк, чтобы меня найти можно было. Я не знаю, насколько он хорош, чтобы им драться. Пойдем в синюю дверь, может быть? Я нашел какой-то крутой меч, я сейчас собираюсь его. Давайте. Это обратно сюда, я понял. Я нашел твой синий меч, который ты когда-то потерял. Эх, так, окей. Значит, это у нас все двери просто ведут на спаун. Хорошо. Я вас видел? Чего? Я вас видел, кажется. Я вот сейчас меч включу, погоди, чтобы ты нас увидел. Да, я вас вижу. Подходи. У меня, кстати, 14 киллов, я только сейчас заметил. А у меня 15. У меня, наверное, 1. Наверное... Сейчас посмотрим. Нет, у тебя сверху написано. А у меня 4. Череп видишь, да? 4. Привет, можно потестить на вас мой меч? Больно бьет. Больно бьет, да. Да мне тестировать. Да ну ты сейчас восстановишься. О, погоди, а что за... Что за храм? Да, уже улетели. Почему? Вау. А, тут стекло, что ли? Тут нельзя пройти? Ой, я нашел поле. Погоди, а как сюда попасть тогда? А как сюда... А, вот, все, вижу, что-то я паникую, тут дверь есть. Тут есть лесенка.
Меня немножко смущает, что снег идет даже внутри, но ладно, к таким мелочам придираться не будем. Я не с той стороны на лестницу упал. Молодец просто. Так, чат, спасибо, не надо. Тут с камеры творятся вообще чудеса, особенно в закрытых пространствах. Ой, я не могу залезть на лестницу. Почему? Залез. Да что-то непонятное. Клюв отмерз. О, тут библиотека. Ты еще выше залез? Нет, я посередине сошел. Тут библиотека, какие-то книги, только я не знаю, это что делает, не делает или они. Сейчас я почитаю корешки, погоди. Экономика. Чтение для жизни, биология. Биология. Химия. А нет, не химия, что-то. Зачем? Ну, графия. C++. Питона нету. Так. Погоди, где? Я нашел твой меч. Неплохо. Чем? Чем? Или кем? Может, chemistry имеется в виду? Я тоже сначала так подумал. Еще выше? А, да, можно. И тут просто дозорная башня. Погоди, это... Давайте на самый верх заберемся. Давай попробуем. Ух ты! Мне... Стой, я не могу понять. Слушайте, ребята, вы знаете, где такой электрический меч? Наверное, вот сюда. И еще вот залететь с помощью R. Это сложно. Есть, норм. Тут можно ударить в колокол и решить свою судьбу. Жаль, нельзя. О, стой, погоди, там что-то есть. Где, еще выше? Лети, утка! Все убежали от меня. Не-не-не, мы тут... Я только вас загоняю, вы сразу убегаете. Ну да! Что там наверху, скажи мне? А, да ничего, какой-то блок другого немного цвета и все. Я думал, там сундук. Я сейчас вас буду искать. Так, вот я. Может, на этой штучке что-то спавнится, кстати. А, да, это выглядит как пьедестал, просто отсюда это уже стырили. Ясно, понятно. Так, хорошо, отсюда... хорош. Ну зачем? А, я горю! Потушите меня, пожалуйста, я горю, мне вовремя. По крайней мере, отсюда мы все видим. Где ты находишься? Можно найти любое место. Ну... О, видишь вот этот греческий храм? Может, туда? Я вижу вас. Все, я вас нашел. Так, нет, стой, меч, не вижу. Меч заспавнился. Палка какая-то волшебная. Это метатель фаерболов. Он меня запыльнуть. Хвать меня. Да, по-моему, он ваншотнуть может. Блин. Ну-ка. Давай. Черт, а как этим прицелиться? Он высоко стреляет. Погоди, попробуй ниже. Я иду к вам. Половина. Оу, ага. Пойдем в тот греческий храм слетаем. Ай. Давай. Эй, я только к вам буду, чего вы сразу в греческий храм? Ну, давай, мы тебя ждем. Просто сюда забираться очень долго. Еще из пушки можно будет вылететь. Все втроем. Хорошо. Ты где сейчас, кот? Еще, я уже лечу. Возле это где? Давай поконкретнее. Ты возле в башне, не в башне? Я возле башни. Я пытаюсь к вам долететь. Это очень высоко, это бы, блин... Ну, я отсюда вижу маршрут, как можно дойти до другого места, но... О, может, я пока что людей побешу немножечко. Нет, я почти до вас дошел. Так нет, я тут, я тебя жду, просто я хочу фаерболом покидаться. Да, блин. Попробуй в меня попасть. Сейчас, я вон вижу внизу каких-то людей, посмотрим, какая дальность у этого фаербола. Медленный, конечно. Я дошел. До вас. Все, так, ты на пушке, да? Ну-ка, попробуем. Оп. Блин, я горю и в темных местах. Не попал? Попал. Попал? А да. Офигеть. Давай. Сейчас я тогда людей на спауне бесить буду. Великий маг, волшебник Квакин. Угадайте, кто пришел.
Так, ты тоже великий маг и волшебник? Сюда фиг долетишь, вот в чем проблема. Нет, погоди. У меня у самого получилось только с какого-то раза. Давай еще в меня фаербол запульни. Да я не хотел, блин. Ай, какая-то военная утка. Мы оба горим, фиг ли? Нет, Зятка, я горю изначально, я горел с самого начала. Погоди, к тебе нельзя подходить? Она в меня запульнет, она меня запульнет из пушки. Так, мы летим к тебе, погоди. О, там меч заспавнился, он мой. А, и знаете, как я от него избавился? Выпульнул его из пушки. Да, осторожно, фаербол, фаербол! Да, да, да. Я вообще в этого чувака стрелял, так что... Ребят, я горячий, я могу зажечь что угодно. Горячая штучка. Давайте все в пушку. Сколько? Давайте в пушку. Зачем? А вы видите красный шарик такой? Где? Красный кружочек. Наверное, нет. Я Магицы. Вижу какой-то красный кружочек, я в пушку. Давай. Першин? Эх, я не успел. Сейчас следующим залпом долба... А, вижу. Погоди, через него пролететь? Я только сейчас его зажечь. Как ее зажечь? Сейчас, погоди, фитиль немножко остынет, и можно будет зажечь. Я какую-то... Что погоди, там нашел? Какой-то снежный замок вообще наверх идет, который... Я нашел третью статую. Фин. Найн. Стой, давай сюда. Тут какой-то человек. Он плохой, надо его убить. Что там происходит? Нет, я не хочу его убивать, он меня убьет. Я вообще думал поджарить его, но как-то не получилось. Ребят, прикиньте, у меня все игроки подсвечиваются на карте. Ого! Че? Читерство? А как туда попасть? Так, ну сейчас я попробую. И скользкая пушка. Ага. Мне интересно, что там наверху. Потому что, мне кажется... Нет! Уйди, да... Все, я, короче, к вам вряд ли попаду уже. Почему? Мне очень сильно мешают. Убей его. Опять красное кольцо. Он даже не... Он не хочет. Да, у меня красное кольцо тоже появляется. Возьми это красное кольцо. Я понял. Красное кольцо появляется... Меня убить именно хочет. Не ну, хочет так... меня запульнуть из пушки. Ты кни в него что-нибудь. Что я? Мне интересно забраться на эту ледяную башню. Сколько тут... О, тут лестница есть. Спасибо, спасибо. Еще перед. А он куда-то. Сам улетел. Меня полуживым оставил. Оставил же. Не доживал и выплюнул. Что? Что это такое? Что это такое? Погоди. Ледяной меч. Бери. Итак, в коллекцию. У меня есть ледяной меч, световой меч, посох, который фигарится огнем. Кстати, у меня тут офигенная стрелковая позиция, если что. А у меня проклятие эфирического меча. Если я его уберу, меня ударит молния, и я умру. Вот так вот цепляю. По пушке, наконец-то. О, вот я могу вот так стрелять. Где вы вообще находитесь? Ты можешь увидеть... Ты видишь самую-самую-самую высокую башню, которая... Даже белая становится к высоте, потому что она же в небе. Да. Вот я там. Фаербол, видишь, летит? Ну, я уже подлетаю к ней. То есть сюда нельзя подлететь, сюда нужно прям забираться. Это, по-моему... Нет, это не самое высокое... Это самое высокое место на карте. Вон есть башня, которая почти самая высокая, но она от меня далеко. А, это место абсолютно все безумное, но этим оно и нравится. Ладно, ребятушки, я думаю, тогда на этом будем заканчивать. Говорите, как вам, что вам. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.